хорошо, да. Я сижу, жую какашку, обрываю лепестки. Давай, снимай себя. В камеру смотри, в камеру. В камеру смотри. Ой, да-да-да, Леди Гага и Мадонна, кстати, очень круто. Я на самом деле сделал два шага назад, я подсвечу. Осторожно. Я туда, туда. Под верхнюю. Да, если вот так. Ага. Ты просто ритмично танцуй, уже не говори, у нас там слов и так много. Выйди проход какой-нибудь туда, вот туда. А, точно, да. Ой, боже. Догнала и изнасиловала. Ой. Есть кармашек какой-нибудь? Да. Туда-сюда. Как по поводу немножко. Нужна эта запись-то, нет? Да-да. В принципе, кстати, если она будет, было бы клево. Я бы из нее соорудил что-нибудь тоже. Ну что, оставить? Запись? Да. Нет, ну я имею в виду, что красное вот это будет гореть. А, не, нормально, нормально. Не мешает? Хорошо, да. Мы снимаем данные, это самое. Да. Он, кстати, кстати, может и камере помахать, например. Вот он уже работает. Сделать?
Здорово. Представляешь, пиздос какой, если кто-нибудь задумает эту запись, вот ту, прям просмотреть потом. Он скажет, что демократия в эфире. Всем представляться. Я говорю, Сань, представляешь, какой пиздос, если кто-нибудь задумает эту запись, которую вот ведет камера на двери, то просмотри. А просматривали, вы когда делали, просматривали эти камеры, что почему эти камеры другие места там еще показывали? Ну, представляешь, что это будет твой коллега, сменщик, вдруг лежит, ночью лежит, да. Что здесь было? Я вот об этом. А, это вот так что ну да, можно так развлечься, дать начальнику сказать, что здесь происходит ночью. Сюда носится, Саша. Да. Знаешь, давай еще с ним еще раз историю по те картинки, которые... Ну, давай поправим. Пока не шутим.